Все будет Happy Birthday от Кавказ Discovery. Happy Birthday. Сейчас будет гонка. Кавказ Discovery. Поехали. И снова в путь. Ну и наконец-таки сегодня мы начинаем наше путешествие долгожданное. Еще один прекрасный день, начало. За адреналином, за кайфом, за желанием жить. Кавказ Discovery делает супер-мега путешествие. И это организовано специально для вас. Такого сервиса в России нет ни у кого. Так красиво. Столько красоты увидел мой глаз, что просто вообще... Аж иногда даже хотелось плакать от радости. Согласна. Прям мурашки, да? Минут 20 всего. Ну что ты врёшь? Турпал, почему так красиво? Почему так красиво? Потому что красота в глаза смотрящего. Привет! Что у вас вообще? Дай-ка, ну-ка! Опа! У нас жара! Жара! Что за машинка у тебя? Сейчас будет много хороших визжащих кадров. Еще раз. Это было круто! Поехали! Добрый день, с вами Кавказ Discovery, и мы на Байкале. С нами Серега, Серега, Алиска, Алиска Суперход, как всегда с нами, у аппарата. Поехали! Счастлив! Олег, а ты счастлив? Китанец. Это процветание компании. Да, процветание компании. И, конечно же, хочется действительно новых маршрутов, чтобы мы с тобой не только в следующем году увиделись, а уже в этом году и еще много раз. Красота в глазах смотрящих. И мне кажется, можно провести миллион экспедиций, потом собрать всех людей и спросить, что вам понравилось больше всего. И у каждого человека это будет свое. Вот только ему понятное, только для него, потому что все влияет. Погода, состояние души. Каждый человек ищет здесь то, что он хочет.
Кому-то нужна скорость, экстрим, кто-то хочет красоту, кто-то хочет экскурсии, кто-то... Каждый находит то, что ему по душе. Пусть все круто организовано, вы команда, вы реально команда. Поэтому, ребят, дай бог вам всего мира над головой, самое главное, ну и здоровья. 3-4 за Кавказ Дискавери! Ура! Это кофе. Вау. Кофе от Кавказ Дискавери. Кавказ Дискавери. Нет. Кофе от Кавказ. Кавказ. Просто от Дискавери. Кофе от Дискавери. От Кавказ. За Кавказ. От кофе. За кофе. От... Кофе от Саши. От Дискавери Кавказ. И это не кофе. И это чай. Что-то Саша налил туда. Индийский. И не Саша, это была Володя. Короче, ладно. Так, чем кормят, рассказывайте. Ой, я не знаю, чем-то очень вкусным и очень горячим. Чем-то сказочным. Не знаю, вкусный супчик какой-то. То Саня повторил, давай зайдем. Гангста-повар. А бог чего? Бог кулинарии. Покажи нам гангста-повара. Подожди, вам наливать будет гангста-повара. В кузове будем перетаскиваться, да? Советом и не только, ну, всем, чем можем, мы всегда открыты, ребята. Давайте за нас, за вас! Ура!